С Кавказа с победой! Металлурги приняли участие во Всероссийском творческом фестивале «Архыз под открытым небом». Четверо первоуральцев удостоились отдельных наград. В номинации «Вокал» жюри высоко оценило выступление Валентины Турсуновой. В изобразительном искусстве выделили работы первоуральских металлургов Анжелики Никаноровой и Светланы Соломатовой. Положительных отзывов удостоился снимок фотографа-любителя Николая Писецкого. Все они получили дипломы и памятные подарки от организаторов. Первоуральцы впервые приняли участие в фестивале. Новая возможность развития своих творческих способностей у сотрудников Первоуральского новотрубного завода появилась в рамках объединения с трубной металлургической компанией. Фестиваль традиционно собирает участников из разных регионов России. На этот раз в нем приняли участие более 150 человек. Были мастер-классы, ознакомление с группой. У нас был человек, который отвечал за нас и раскрывал голоса, вот так скажем. Для меня это в новинку. Сплочение коллектива – это на 100%, потому что люди с разных городов.